يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллах, уважаемые наши телезрители. Приветствуем вас на нашем телеканале Хади ТВ 3. Вновь поздравляем с этим прекрасным месяцем, месяцем Рамазан. Но помимо того, что это наступил этот месяц, и также у нас наступила 21 ночь месяца Рамазан. Как мы знаем, с 19 ночи месяца Рамазан начинается траур в честь гибели имама Али алейхиссалам. Именно в 19 ночь он был ранен, а в 21 ночь он ушел из жизни. Про имама Али алейхиссалам мы немножко затронули на прошлых передачах, его немного биографию затронули, его как личность. Хотелось бы также немного сказать из Нахджуль Балагха его речь, которая также затронула наши сердца. Речь звучала таким образом: имам Али алейхиссалам, как мы знаем, был подвергнут угнетениям. И он говорит Нахджуль Балагха, что меня вели из дома в мечеть против моего желания и собственного выбора, помимо того, подобно тому, как ведут верблюда, отнимая у него каждый раз ударами собственную волю. На этом я хотел бы передать слово уважаемому нашему гостю, ходжат аль-Ислам валь-Муслими, шейх Гурбану. Ассаламу алейкум, шейх Гурбан. Валейкум ассаламу рахматуллах. Уважаемый шейх Гурбан, приношу вам свои соболезнования в связи с этим трауром. И хотелось бы продолжить тему проповеди посланника Аллаха о месяце Рамазан. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. И приветствую дорогих телезрителей Хади ТВ 3 и также в свою очередь приношу свои соболезнования вам, всем мусульманам, в особенности последователям непорочного семейства пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва салям, в связи с мученической смертью его светлости Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, наместника пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва салям, его самого близкого человека, его ученика, человека, который воспитывался всю с младенчества, воспитывался в доме его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и имел очень весьма особенное отношение по отношению к пророку. В качестве небольшого примера, которое могло бы дать понимание того, как его светлость относился к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, давайте вспомним некоторые события из истории и биографии его светлости пророка. Например, вспомним заключение мирного договора, который заключил его светлость пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, с жителями Мекки, с многобожниками. Местечки под названием Худайба, если не ошибаюсь. Как мне память не изменяет. Когда они хотели совершить умру. Ну да, то есть за год до того, как была попытка со стороны мусульман совершить паломничество к Дому Бога, и мекканцы воспрепятствовали. Результат этого был заключен договор, согласно которому мусульмане должны были повернуться в Медину обратно, и уже через год уже должны были получить возможность совершить паломничество. Но во время подписания договора случился ряд интересных событий. В частности,
мы знаем, что некоторые люди были против подписания данного договора, мирного договора. Даже засомневались в пророчестве, как мы знаем, некоторые. Да, то есть мы во время этих событий видим, что некоторые сподвижники, некоторые из окружения его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, задавались вопросами, которые наталкивают нас на мысль о том, что эти люди не были до конца уверены в том, что этот человек является посланником Бога. А если и были уверены, то, возможно, пытались таким образом посеять сомнения в сердцах других людей. В любом случае, некоторые люди, это известная история, как бы не является какой-то уникальной информацией, которую я откуда-то раздобыл и, в общем-то, пытаюсь поднести. Нет, это очень известная история, принятая. Прекрасно известно, что некоторые люди, в частности, обратите внимание, второй халиф, например, ну, это прежде всего он, второй халиф, который задавался вопросом, а разве мы не правы, разве ты, он обращался к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, разве ты не являешься посланником Бога? Так почему же мы должны идти уступки многобожникам, уступки мекканцам? Почему? И здесь история заканчивается тем, что второго халифа убеждает в том, что это правильный шаг, правильный поступок, первый халиф. Несмотря на то, что с ним также общался его светлость пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Но он его убедить не смог. Я хочу на что указать? На то, что эти люди, они пререкались с его светлостью пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям, спорили с ним, возражали ему, учили его. Это, в общем-то, было положение, образ поведения большинства людей, которые находились в окружении его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Но при этом обратите внимание, его светлость Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату ва саллям, он вел себя кардинально иначе, абсолютно другим образом. И даже более того, если мы исследуем историю, то можем обнаружить, что сподвижники его светлости, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, считали, что его светлость Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату ва саллям, не умеет говорить. То есть они не то, чтобы он вообще не умеет говорить. Они считали, что он вообще не может выразить свои мысли и какими-то знаниями не обладает. Какой-то... Почему? Потому что он был молчаливый при присутствии пророка. Он вообще никогда не высказывал своего мнения и не пытался чему-то кого-то учить. Да, он разговаривал, общался, но не то, чтобы он не возражал. Он даже не считал себя правом высказывать свое мнение, когда есть лучшие из творений, его светлость пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, он не считал нужным даже высказывать свое мнение и какие-то предположения, не говоря о том, чтобы уже сомневаться, возражать его светлость пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Это говорит об уникальном отношении, несмотря на то, что, вот обратите внимание, на что хочу обратить внимание ваше и телезрителей, на то, что в современном мире, и это является признанием очень многих специалистов и очень многих языковедов, очень многих специалистов в арабском языке, в современном мире считается, что его светлость, Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, если не был самым красноречивым арабом за всю историю арабов, но, по крайней мере, он был одним из самых красноречивых людей среди арабов, одним из самых красноречивых арабов. И свидетельством, очень ярким, ясным свидетельством тому является та же самая книга «Путь красноречия» Нахсуль-Балава, которая была на протяжении истории исследована многими языковедами и была исследована многими исследователями и учеными, которые, вне всякого сомнения, пришли к одному единому мнению, что это уникальный труд с точки зрения красноречия, обратите внимание, с точки зрения, что мы подразумеваем под красноречием. Возможно,
телезрители не совсем поймут, что же мы имеем в виду красноречие. Как бы мы часто используем это слово, но не всегда правильно его понимаем. Под красноречием подразумевается в научном его смысле, то есть когда мы говорим, например, в частности, об арабском языке, когда говорим в отношении Корана, например, красноречие, и также в данном случае, то мы подразумеваем краткость, совмещенную с содержательностью. Когда человек говорит очень кратко, и очень содержательно, и очень доносчиво. Это умение, которым обладают очень редкие люди. Это редкий дар, можно сказать. Это то, чем немногие обладают. Очень редкие люди этим обладают, когда человек может доносить свою мысль, доносить при этом очень коротко, не удлиняя свою речь. И при этом, несмотря на краткость речи, он умудряется при этом доносить достаточно много смысла, содержательно. Так вот, речи его светлости отличались именно содержательностью, отличались красноречием, отличались краткостью и доносчивостью. Когда он говорил, все прекрасно понимали, что он говорит. Когда он говорил недолго. Когда он говорил, говорил очень содержательно, несмотря на то, что говорил очень коротко. Так вот, этот человек при жизни его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, считался человеком очень некрасноречивым, и многие считали, что у него какие-то имеются проблемы с речью. То есть считали, что он обладает проблемами. Помимо этого, он обладал огромным количеством знаний, как мы знаем. Несмотря на то, что он был очень ученым, знающим человеком, в отличие от тех людей, которые смели и набирались смелости и дерзости перечить его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, учить его чему-либо, он, в отличие от них, знал. Обратите внимание, тот же самый второй халиф, его известно выражение «Лауля алийюн лахалака» такой-то, то есть он говорит, что если бы не Али, то я бы погиб. И мы, заглядывая в историю, видим, что на протяжении всего своего правления, всего своего халифата, второй халиф, так же, как и первый халиф, так же, как и третий в том числе, пользовались консультациями, услугами и знаниями его светлости Али ибн Абу Талиба, алейхиссалату вассалам. Обращались к нему в сложных вопросах. И есть другое, менее известное выражение второго халифа, который сказал, что «Мас'алатун ла абаль хасани лаха». Когда он хотел сказать, что это очень сложная проблема, это очень сложный вопрос, когда он сталкивался с очень сложными вопросами, он говорил «Мас'алатун ла абаль хасани лаха». То есть что это означает? Это означает, что это вопрос, для которого нету Абуль-Хасана. То есть Абуль-Хасан — это кунья его светлости имама Али, алейхиссалама. То есть это вопрос, то есть под Абуль-Хасаном он подразумевал очень знающего, умелого человека. То есть это как бы для него синоним был очень умелого и знающего человека. И когда он сталкивался с очень проблемой, задачей, которую не мог решить ни один ученый, ни один умелец, он так выражался, говорил, это проблема, это вопрос, у которого нет Абуль-Хасана, для которого нет Абуль-Хасана. То есть нет такого у него мастера для этого, чтобы решить этот вопрос. И несмотря на превосходство своего знания и красноречия, обратите внимание, ни от первого халифа, ни от второго халифа, ни от третьего или десятого или сорокового халифа, ни от одного из них не дошла до нас речь, которая хотя бы приблизительно была бы схожа по своему красноречию, и содержательности с речью его светлости Али ибн Абу Талиба, алейхиссалату вассалам. Но при этом мы видим уникальное уважение, почтение к его светлости пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, в отличие от этих людей, перечисленных нами. Совершенно верно, Мурзава Мишай Курбан. Мы должны прерваться на небольшую паузу. Уважаемые телезрители, мы прерываемся на небольшую паузу, после которой продолжим. يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات
Уважаемые телезрители, мы прерываем небольшую паузу, до которой говорили о личности имама Али алейхиссалам. Уважаемый шейх Курбан, мы остановились на том, что он обладал большим количеством знаний, красноречием, но при этом при жизни пророка постоянно был молчаливым. Да, это на самом деле уникальное качество, так как любой верующий, он должен испытывать почтение, уважение к посланнику Бога. И даже в Священном Коране запрещается говорить что-либо, возвышая голос над голосом его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть, если Бог в Священном Коране запрещает верующим говорить более высокими тонами, чем его светлость. Это, конечно, требует определенного воспитания, определенных убеждений, правильных мусульманских убеждений. Итак, вернемся к проповеди его светлости. Мы остановились на том, что его светлость говорила: «Ва'аляму анна Аллаха та'аля аксама би иззатихи ан ла юаддиба аль-мусаллина вас-саджидин». Знайте, что Всевышний поклялся своим величием, что не накажет читающих молитву, молящихся и совершающих земные поклоны. «Ва'ан ла юравиахум бин нар, яума якуму ннасу лираббиль аламин». И обещал, и поклялся не пугать их, то есть молящихся и совершающих земной поклон, адским огнем в день восстания, когда люди восстанут для своего Господа. Далее его светлость продолжает. «Айюханнас мэн фаттара минкум саиман му'минан фи хада шахри кана лаху бидалика инда Аллахи азза ва джалла итку ракабатин ва магфиратун лима мада мин зунуби». «О люди», — говорит его светлость, — «тот, кто угостит, тот, кто угостит одного, тот из вас, кто угостит одного из постящихся верующих, кто угостит одного постящегося верующего, то есть после окончания поста, когда день заканчивается, солнце садится, и кто угостит, накормит или напоит одного постящегося верующего в этот месяц, фи хадда шахр, в этот месяц, кана ляху бидалика индаллахи азза ва джалла итку ракабатин. Всевышний запишет за это освобождение, то есть награду, которая полагается за освобождение одного раба. Так как мы знаем, что исламская религия с самого начала возникновения всегда поощряла, несмотря на то, что ислам был ниспослан, ислам возник в обществе и во времена, когда рабство было распространено, рабство было распространенным явлением. Это 1500 лет тому назад. Далеко ходить не будем. Рабство было и совсем недавно. Всего несколько сот лет, не говоря о 1500 лет тому назад. Рабство было несколько сот лет назад в той же самой Европе, в той же самой Америке. Эти жители, которые являются чернокожие жители Америки, Европы, это все потомки рабов, которые насильно, обратите внимание, были привезены из Америки, прошу прощения, из черного континента, были привезены и, в общем-то, были рабами. И привозили их довольно-таки очень жестокими методами. Их убивали, и порой они сами себя убивали, потому что с ними вообще обращались очень плохо, очень жестко. И вообще никаких прав у них не было в этом обществе. Я к тому, что всего несколько сот лет назад можно было в Европе, в Америке, и, возможно, в некоторых других частях мира обнаружить рабство, но, естественно, 1500 лет назад, тем более, это было более распространенное явление. Пока я знаю, что Курбан, извиняюсь, именно ислам внес большой вклад, чтобы людей освободить от рабства.
Да, ислам сделал очень много, потому что с самого начала возникновения, во-первых, ислам запретил отношение к рабам именно как к нелюдям. То, что мы наблюдали, например, в Америке или в Европе совсем недавно, когда рабов вообще за людей не считали, никаких у них прав практически не было. В общем-то, даже церковь, обратите внимание, этих рабов водили в церковь и обучали тому, то есть читали им проповеди, где им внушали, что они обязаны подчиняться своим хозяевам и так далее, и терпеть все страдания, все побои, все издевательства, которые над ними осуществляются. А ислам с самого начала учил мусульман обращаться к рабам как к себе равным, с уважением. И помимо этого, всегда поощрял освобождать, всегда поощрял верующих мусульман освобождать. И для этого существует очень много инструментов, очень много рычагов в исламском праве. Например, человек, который не постится, он должен возместить эту ошибку, этот грех свой. И одним из вариантов возмещения является освобождение рабов. И есть множество других также. То есть он должен купить раба и освободить его, сделать его свободным? Допустим, например, в те времена. Да, если у него свои... освободить раба, неважно, купить или не купить, в любом случае освободить. В том плане он должен участвовать в освобождении рабов, чтобы их практически не стало на земле. Да, то есть таким образом мы видим, что... Но в любом случае, обратите внимание, всегда, как его светлость пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, так и другие наши религиозные лидеры, непорочные имамы, всегда учили и пугали людей тем, чтобы они не обращались жестоко и не поручали им работу, которая им не по силу, чтобы не поручали им непосильную работу. И помимо этого, как уже было сказано, имелись рычаги для того, чтобы рабство было полностью уничтожено, чтобы рабство исчезло с лица земли. И в итоге все люди стали свободными. И таким образом ислам призывал освобождению рабов. И для этого Всевышний обещал им большую награду. Обещал мусульманам, верующим, награду за освобождение. И в этой проповеди, в этом отрывке его светлость говорит, что тот, кто накормит или напоит хотя бы одного верующего постящегося, то есть во время ифтара имеется в виду, сказано «фаттара мэн фаттара», во время ифтара, во время окончания, после захода солнца, накормит или напоит хотя бы одного верующего постящегося, то ему полагается награда того человека, который освободил одного раба. То есть это говорит о том, что освобождение раба имеет перед Богом большую награду, которую получит человек, также тот человек, который напоит или накормит хотя бы одного верующего постящегося. По этому поводу, по поводу того, насколько благим деянием является угощение постящегося, у нас имеется множество преданий, я несколько зачитаю. Например, в книге «Савабуль А'мал» шейха Садука, 136-я страница, от имама Садыка, алейхиссалату вассалам, предание имеется. Его светлость говорит: «Айюма му'минин ат ама му'минан лейлатан мин шахра Рамадан, кетаballahu леху бидзалика, мисля аджри ман а'атака салатина ракабатан насаматан му'минатан». Какой бы верующий не накормил верующего, другого верующего, не накормил другого верующего в одну из ночей месяца Рамадан, Всевышний запишет для него награду, равную награде освобождения 30 верующих рабов. «Мен а'атака салатина ракабатан насаматан му'минатан». То есть награду, равную награде человека, который освободил 30 верующих рабов. «Ва кана леху бидзалика инда Аллахи азза ва джалла даъватун мустаджабатун».
И в результате этого Всевышний примет одну его просьбу, одну его молитву. То есть, накормив одного верующего в одну из ночей месяца Рамадан, когда заходит солнце, человек обретает возможность обратиться ко Всевышнему, и это обращение обязательно будет принято Богом. То есть для этого человека будет одно принятое желание, одна принятая молитва, одна принятая молитва. Или же в Кафии, 4 том, 68 страница, от имама Казима, алейхиссалату вассалам, говорится: «Фитрука аха кессаима афдалю мин сиамик». То есть, если ты накормишь своего брата, который постится, то это лучше, чем самому поститься. То есть, человек получает награду, и причем очень большую награду за то, что постится. Мы и в начале проповеди данной ознакомились с тем, что человек, постящийся человек, даже его дыхание является поклонением, и даже за дыхание человек получает награду. И все то, что было сказано ранее, и несмотря на это, человек получает большую награду. Его деяния являются более возвышенные перед Богом, более ценные перед Богом, когда он кормит своего брата, верующего, постящегося человека, чем то, что он сам постится. Конечно, это не значит, что самому не надо поститься. Это является обязанностью, человек обязан поститься. Но речь о том, что награды за это больше. Насколько она высока, эта награда? Да, насколько высокая награда за именно за это деяние. И на той же странице от имама Саадика, алейхиссалату вассалам, другое предание: «Мен фаттара саиман фаляху мислу аджрихи». Тот, кто накормит постящегося, то он получит ту награду, которую получит сам постящийся за то, что он постится. То есть, накормив постящегося, человек получает ту же награду, что сам постящийся за свой пост. Или на той же странице от имама Багира, алейхиссалату вассалам: «Инна ифтарика ахака аль-муслима яадилу ракабатан мин вульди Исмаиля», алейхиссалам. То есть, накормление одного мусульманина, постящегося мусульманина, подобно освобождению освобождению от рабства одного из потомков его светлости Исмаила, алейхиссалату вассалам. Таким образом, мы видим, что за это деяние полагается огромная награда, и это деяние является очень достойным деянием, к чему ислам очень всерьез призывает. Спасибо большое, уважаемый шейх Гурбан, за такое подробное толкование, за такую подробную и полезную информацию. Но наша передача пришла к концу, мы вынуждены с вами попрощаться. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Алейкум ассалам ва рахматуллах. Уважаемые телезрители, наша передача подошла к концу, и мы с вами прощаемся до следующих передач. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. سناتي قابل التوبه.